Стартовал? Да. Отлично. Че, привет всем в чате. Так, я еще рекорды не поставил, к сожалению. Но чтобы вы знали, там 17 минут 42 секунды рекорд. Так это у нас Омс Геймс Данс Обуй. Так, вот видите, я официально купил косу на PS3, чтобы все видели. Так, что-то потише музыку. А то с настоящей консоли. Так, я такой звук не вырубил. Ты подкастом на iOS, что ли? Я просто включил из этой предыдущей части музон. Ладно, я пойду перекурю сейчас. Прикурю. Давай. Ага. Да, а может мне тогда подойти? Начать стримкаст с охуенного кавера, блядь, Пирс. Это же не кавер. Я имею в виду тот кавер, ну ты понял. Влади. А, нет. Да. Вообще тупо плохо, 0 из 10, you done good. Так, а я убегаю, короче. Посрать. Нет, как я стою. Что вы там оба сдохли из наркотиков, мрази, бля? Приятного вечера, короче. Сейчас вырву плоскость из бытия. Так, у меня тут целая куча сейвов на всякий случай, вот. Я переделал, ну, ладно, уж начнем. Так. А я не помню, какие у меня ходки на... Ох, ши. Ладно. Не-не, какой пат, если у меня этот... Нет, стоп, имя поменяй, пожалуйста. А, нет, к сожалению, это имя, которое дает официально по мануалу, это называется Lucky Mod, мод удачи. Он что он дает? Он все статы переводит в удачу на 99. То есть я буду... Ну, если меня будут бить, меня будут бить очень тяжело. Боже, я понял. Но это мне понадобится. Так что, ладно. Я все вспомнил, тебе рассказывал просто. Да, так. Да, у меня несколько стримов было с этим. Так. Оп, оп, оп. Начинаем за Рихтера. Так. Я не помню только. Мне нужны сердца ли, а? Оп. Не особо. Бум. Ёбаный стоит, блядь. Ладно. А ты не знаешь про... What is the man? Miserable Pile of Secrets. Ну, это потом уже. Так, оп. Чего скипать? Скипать он, потому что он уже прошел это в несколько раз. Такие дела. А, на одно сердце больше взял. Вот, черт. А. Так, хоп. Ну, норм. 56 секунд. Пацаны проходят за 48. Не, я насосался, не помню, один раз. Я не знаю, как это возможно, конечно. Да можно, можно насосаться. Не может, будто сам. Ой, ща будут хачи-трюкачи. Ну смотри, мне, я вот это вижу. А я геймпад не сменил, блин, ну ладно. Castlevania, Assault на 1%. Норм. Изи-изи мод. Так, теперь показываю фишку этого мода. А слева от меня будет сила 1, кон 0, инт 0, лаки 99. Так. Так, все, поехали. И еще мне дается специальный предмет. Ты смерть скипнешь? Да. Да. Ать. Вот зачем я водил Акимот, вы сейчас увидите. И зачем я снял всю броню. Да, я ее снял, чтобы перелететь. Не? Еще нет. Так, мне нужно хильнуться. А, ну да, там еще раз нужно будет.
Да, точно, что не здесь. Да, на Виту есть. Привет. Оп. А теперь говорим пока смерть. Объясняю, в катсценке приходит смерть и отбирает у меня все оружие. Вообще весь шмот отбирает. И... Пиздец, а если я сейчас упаду в эту дыру, там дальше будет мост с дырой, то я софтлокну игру. Потому что она не может понять вообще, какого хрена я прибегаю на встречу к смерти оттуда. Лол, прикольно. Ну, косинус 3 на вас нету, блин. Он бы пояснил за глич. Ну, это... Так, я не знаю, зачем это сделал релик. Ну, там есть артикуб такой, он дает, короче говоря, название мобов. Показывает. Так. Вот тут бы не соснуть бы, а? А, да. А я же могу соснуть-то, сейчас. И сосал я неоднократно. Из-за того, что я забывал обратно весь шмот надеть. На пацанах из косточки, кто у нас был там. Чё еще? Там сейчас будут эти два босса, короче, со снесовской костой. Да-да-да. Да, понял. Они потом встречаются как рядовые мобы в поздних играх. Ну и в этой игре тоже там будет момент. Там непростые. Вроде два раза на них можно наткнуться, нет? Или в этой... Ну, когда начинаешь играть, они непростые. Да. Не, потом, короче говоря, они оба встречаются, но уже в этих... в перевернутом замке. Бля, я помню, я же на того с ними не сосал. Господи, так. Когда начинаешь играть, все сложно. Так. Да не легкие боссы, на самом деле, потому что у меня есть самый мощный меч в этой игре. Лукардовский. И вообще в полном сете. Так. Ну. Так, минус один. Ну и давай, тварюка. Подебил. Найс вообще. Че так? Да уж. Сначала добейся, кстати. Ну блин, это хрен узнает полгода, что ли. Этих попыток. Ты правильно. А, так ты. Games дам слоу, ты слоу туберел. Не, ну... Там будет обязательно слоу моменты, там, с вороной, например. Так. Ворона, твоя слабость. Да. Так, ну я могу вообще-то катсценки так показывать некоторые. Допустим, сейчас будет... Да не нахуй, спидра... Да ладно, а давай я... Да, а то у тебя потом клан-нейм отберут, как он лейба хотели. Ты сказал, что за 20 минут сделаешь... За 20 минут сделаешь, тебя это Омск отберут, короче. Так, вот на это я не договаривался. В F4 не поиграешь на PS4. Ладно. Так, мы тут встречаем няшку Марию. С прошлой части она очень изменилась за лето. Ну, помните, там Воля была? Да, она стрелялась голубками. Я меж... Мэйпс Вискас. Мэйп выиграл. Вискас теперь в клан-теге. Всё. Зашкварится. Понедельник будет унижение. В смысле в клан-теге? Так и ну да, там был спор, он, типа, мы играем в BF4, мы сделали клан-тег Омск. И такие говорим, Вискас, ну все такие заходят, там, им говорят, оденьте клан-тег, ну, чтобы мы бегали там сквадом, все дела, нагибали. Вискас говорит, я чё, блядь, типа, зашквариться должен клан-теге, вы чё, блядь, вообще? Вот, и мы решили, что будет рейс между ними, кто пройдет быстрее Страйдера 2. И если проигрывает Вискас, он одевает клан-тег, играется не всегда, а если проигрывает Мэйп, то он снимает.
И Вискас вчера такой начал говорить, что типа, да ладно, мне игра перестала нравиться, все дела. Да, да, да. Я причем нарисовал арт, типа, блядь, то, что он вообще там выиграет, Мейп даже не тренинг, там, и так далее. И Мейп выиграл, никто не ожидал, и Мейп... Ну там все куплено было, не пиздишь. Да ты шутишь. Вы сейчас увидите, что на стриме произошло. For fuck's sake. А так не успел нажать? Да, я, конечно, успел, я сразу нажал. Лол, пиздец, вот это, блядь. Вот, блин, ну... Вот чтобы Авермеди упал, вот это в первый раз. Это вообще никогда такого не происходило в жизни. Это первое падение Авермеди за историю Авермеди, блядь. Авермеди не выдержала вся эта охуенность. Да, слишком быстро. Тебя много такое было или это первый раз произошло? Первый раз вообще, вот Авермеди падает. Бля, тупо уфр... У меня падал этот раз. Не, да, Вискас... никто не видел, не доказывали это. Вискас, ты говорил то, что все, BF4 тебе надоел, типа DLC не очень там и так далее. Ты что вообще BF4 тебе надоел, ты уже не хочешь играть, типа мне не обидно, что ли, проиграть. Эй! Да ты уго... Думал снять, короче, с себя всю броню перед соплеником драться. А какая разница, все равно 4 удара. Да. И кстати говоря, что так лагает, тут иногда бывают фризы, когда там Life Max выпадает. Как мне объяснили, это из-за того, что игра вообще-то планировалась для Сатурна. Вот, и на PS3 вот есть такие фризы, нетипичные для PS1. Ой, точнее, слишком на PS1. Слишком много спецэффектов. Ну. Да, это порт Сатурна. Это Сатурн? Ну да, бля, на Сатурне это... Бля, я помню, на прошлом марафоне, когда DOS, по-моему, был, не, до этого марафона, там где Пир стримил, блядь, с лекциями Абдуля, там еще повтор есть на утке. Сатурн же, кстати, лучше. Ну да, там можно за... Эту, за Марию играть, за Рихтера и... Не, за Рихтера тут тоже можно играть на Sony версии. Да, тут тоже можно играть, да? Да, тут только Марии нету, как и двух дополнительных уровней, которые там... Ой, блин, заговорился с Рики, не туда пошел. Ну, да, тут нет двух уровней, которые планируются для Марии. Так, я сейчас открываю лифт, но он сразу не открывается, надо перезайти, чтобы дверь сразу открылась. А то там долго-долго открывается дверь. И, кстати говоря, тут такой отличный код, если надеть на себя гравибутсы и использовать их в лифте между фреймами, то можно засофтвочить игру, лифт сломается, и можно, ну да, и можно засофтвочить игру, там. Так, оп. Все, пошли, блин. Трюки. Единственное, что я забыл, так это сменить геймпад. Сука. Стоп, не смени, так останови, наверное, паузу. Да ладно уж, я с этим поиграю. Так, а потом мне куда? Запрыгнул. А, мне назад потом. Я потом объясню, зачем я кольцо это взял. Именно это кольцо. Раньше я этот момент по-другому проходил, вот с этими вот растениями. Там я делал одну крутую фичу, в принципе. Блин, уже не покажу. Ладно. В общем, я вызывал, там есть у лоукарда, как известно, есть спеллы, обилки, да? Вот, и некоторые из них вызывают на несколько секунд неуязвимость лоукарду. Вот, я вызывал один из таких спеллов дешевых, вызов духа. И спокойно проходил сквозь этот цветок сраный. Но так как я научился уже скипать смерть, то... Ты как бы не мне это не нужно. Понятно, да? Ты как бы не сильно торопишься уже.
Ну хоть ты научился скипать вверх. Ну, скажем так, я один момент жизнь не отправил. Жизнь вверх проскипаешь, а тут играй, да. Сука, мелкий. Бесит. Из-за него я сейчас опоздаю на свидание. Нет, не опоздал на свидание. Сейчас будет опять крутой трюк. Оп. Я туда, по-хорошему говоря, я туда не должен никак попасть, если у меня нету этого... Даблджампа. Нет, ну не только даблджампа, еще этой летучей мыши. Летучей мыши я, по-моему, получаю, могу да. получить раньше, чем этот даблджамп. А, ну нет, по-моему, даблджамп можно раньше получить, чем летучую мышь. А какая разница? Я, по-моему, летучую мышь всегда раньше получал, чем даблджамп. Я уже, кстати, не помню, что раньше получать. Мне тоже всегда казалось, что даблджамп раньше получался. Ну... Игра вообще ломаная вся. Там еще есть куча-куча фишек, которые хотелось бы показать. Тут спокойно проходим. Так, а вот сейчас сложный момент, на котором могу насосаться, в принципе. Так. Как только дверь закрывается. Так, тут у нас встреча с Рихтером, который оказывается, что Рихтер теперь новый хозяин замка. Да умери уже. Да, там этот Алукард удивляется, что почему именно Рихтер. Так, умри уже. Фу, ну кто? Так. А, важное действие, очень важное. Влажное действие. Туман? Оп. Да. 14 минут, ну ладно, почти 15. Итак, мы уже в библиотеке. И тут начинается сач. Так, надо обратно взять себе меч. Есть несколько способов пройти библиотеку. Что? Зачем ты менял оружие? Меня умер оружие, чтобы активировать портал сюда. Так, надеюсь, получится с первого... Нет. С первого раза не получилось. Но мне сейчас надо... Давай, давай, давай! Сука, Алукард. Да ты угораешь. Сейчас все будет, походу. Давай. А, так, давайте все-таки... Не, ладно, не буду менять. Есть. Ладно, ничего страшного. Нет, пожалуй, сохраняться тут я точно не буду. Да, еще и фишки классные будут, там, прохождение с крестен, перегрузка всего. Это где перегрузка всего? Не знаю, может, это все перегрузка есть. Так, ладно, пропускаем этого маленького уёбка. Они больше всего в игре бесит. Ну да, давай, начинай с этого паттерна, сука. О, вообще, красиво. О, привет, Якудзу. Так. Алло. Алло. Привет. Алло. И я получаю летучую мышь. Автомобиль.
20 килограмм сникерсов получаешь. Не тормози, сникерсы. Килограмм Доритос. Килограмм Доритос. Галлоны Маунтин Дью. А я очень люблю Маунтин Дью, пиздец, как вообще. Сука, мелкий урод! Про Call of Duty. Ну что, может, сбор не будет, сука. Так. Ах ты ж... Да, смотрите, классная игра, это просто... Никунс просто экспириенс получает, конечно. Ну, я просто знаю, как он играет. Да, конечно, жалко ты застопрился на этом месте. Да ладно, хрен с ним. Нормально. Кот, Якудзе неправильно, он русских школьников почему-то себе заметил. Да, я тем временем очень вспеваю, прям скоро мировой рекорд будет. 95% фана как раз там, как-то... Володя 99, а я такой, а как я стреляю в этой игре? И такой, бля. О, наконец-то получил карточку фии. Сейчас покажу, что это такое карта фии. И зачем она мне нужна сейчас? Она песню-то петь будет когда-нибудь? Ааа, блин, она поет только в японской версии, когда я пытался, чтобы заставить ее петь, она почему-то не пела. Пересматривал 100 раз ролики на YouTube, она должна петь. Так, дальше у нас, значит, этот... Не та карта, там, где он прыгает, потом включает карту, прыгает карту, которая там... Так, тише, теперь, тихо. Thank you for giving me. Обожаю этот момент. Тут должна была быть катсценка, но я ее прервал. А теперь начинается магия. Запомните, у меня было одно кольцо, я его продал. И дальше. Так, монофизм. Так, мне еще понадобится. Просто победа. Нет, так, подождите. Ой. Да, это еврейский мод. Еврейский спидран, блядь. Да подождите вы до еврейского. Силы денег. Так, и мне продаешь еще одно нужно... кольцо, получаешь, блядь, 999 тысяч. Итак, у меня появился новый предмет-дубликатор. Он позволяет бесконечное количество раз использовать, предмет, который используется один раз. Типа там, поушенок и тому подобного дерьма. Это какая-то же высокая наука слова. Шурикен Пауэр. Только тихо. Блять, когда он как Соник где-то силу набирает, угоняется. Да-да-да, усиливается. Так, я надеюсь, туда пошел, да? Или туда? Он там усиливает. Да-да. И тут появляется только надпись Long Library. Так, теперь мне бы вспомнить, куда мне теперь, вверх или вниз. По-моему, вверх, да, вверх. Как Пир сломал игру и не потер ладошки. Я уже весь потный пиздец, ты чё? Так, вверх. Почему именно на этом месте? Все ясно с вами, молодой человек. Так, ну... I've got a boner. Надо было очень удобный эпичный какой-нибудь костом не сделать. Five the Tiger. Интересно, тут пацан уже покончил жизнь с моим местом?
Не, он еще каждый день заходит. Ооо! ЗДВР обставил! MLG.com просто! Брат, 420. Боевые еврейские соединения просто, они воруют все на лету. Блин, а это случайно, чисто случайно получилось, пацаны. Я не хотел их брать. Ах ты ж! Чисто случайно, блядь. Игру чисто случайно просто, блядь, с первого раза, пацаны, не знаю, блядь. Вчера только сел, то есть прошел, короче, блядь. Так смешно вышло. Да ты угораешь. Всегда ненавидел в кослах. Всегда ненавидел в кослах, это эти уровни с башнями. Блять, да, это так. Добавляют себе там шестеренки, блять. Снас, перк. Там всегда медузы, потому что я умею. Пиво надо добавлять в массаж. Это просто, это скилл предметов, он легендарный. Я хочу гифку, пацаны. Гифками, да? Да, пишется. Это типа Джу Пауэр Гейминг. Джу Бэтмен Ретерн. Да, вот это вот. Так, оп-оп. Просто пиздец, боевой сопл, блядь. Верху, блядь. Босс, ты не ваше сопло. Унизил Верху-то, блядь. А чё он его ябнут с одного удара, пацаны? Как так? Ну, потому что у меня предметы такие. Я их кидаю бесконечное количество раз. Сила. Ты шекелями типа стреляешь? Ну, то так. А тут мне надо... Мацу! Это неизвестие дракона тьмы. Пум-пум-пум-пум. Ну, короче, Мацу кидает, еще и Халанагилу сверху напевает, блядь. И все это нужно кидать, и слава совершенно. Так. Сейчас еще одна пойдет магия. Так, оп. О, вампир, правильно, уклоняется от креста. Все, все верно делает. Сейчас ворон будет? Вот отыгрыш. Какой ворон, блин? Когда ворон будет? Сейчас будет Бельмонт загипнотизированный, блядь. Ты под лестницу, что ли, хочешь упасть? Да, под лестницу упасть хочу. А повыше встать, если... Блин! Пропустил кадр. Так. Ааа, ну все, ворона пошла. Я думал, она... Ух ты ж, блядь! Ае, блядь! Я думал, тут ворона будет. Он только что прошел, что ли? И Мария появляется из воздуха. Из плаща Алукарда. Алукард! Ладно, пошли. А я один раз за софт вотчил, и, короче говоря, Рихтер общался с волком. Вот. Волк потом шел вот опять же к этой часовне, ну, к этому телепорту, и не мог перепрыгнуть. Все, игра за софт вотчена. Наверное, в разных регионах чип. Так. А, херню с лестницей, объясняю. Я, короче, попал именно в тот фрейм, при котором, короче говоря, игра считает, что... Ты другая локация. Ну... Да. И, короче говоря, когда я подхожу к комнате, игра перепутывает и думает, что я уже победил босса с нужным триггером. Вот. А, то есть босс уже катсцена начинается, босс сразу уже мёртв. Ну, объясняю, короче. Там просто для того, что... Блять, сука, что он делает? Короче. Ты не можешь сказать, что ты сделал это случайно. Пошёл нахуй, я не верю тебе. Короче, там... если Рихтер... Если Рихтера, короче, просто так победить, то будет плохая концовка. А если найти еще специальные очки и победить, там над ним будет летать зеленый орб, то я получу хорошую концовку. И вот точнее попаду в этот замок. Так, теперь у нас тут... Лукарда безумие. Смотри, ты с ним сам надо...
Да, специальные очки надо было искать. Но я их пропустил, поиск чтобы этих очков. Чтобы получить хорошую концовку в Кастлевании, вот это, нужно было найти очко, очки и тапочки, короче. Да ты подожди, там еще надо собрать 5 артефактов. 5 артефактов еще надо было собрать, я их тоже пропущу сейчас. Бля, Пир, а тут, короче, спидранеры, наверное, это специально не убивают мобов, чтобы не надо вылапиться, потому что... Да, а я их всех убиваю. Вот ты соснул, а? Вот ты соснул. Да ладно, мне норм. Сколько секунд ты потерял уже? Пиздец качается вообще. Как лох. Ну блин, это этот же. Так, а я тебе временем не успеваю немножечко. Я так тоже охуевал от них, когда перевернутый завод попал в свое время. Так. Милые ребята. Ну, конечно, а вообще-то нет, это конец игры. Wait a second, ладно? Это конец игры! Да, игра кончилась. Там же еще весь перевернутый завод. Да, 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 конечно, пирог. Вот консоли испортили вообще послевание. Раньше по несколько часов проходишь, теперь все полчаса. Да, полчаса я прошел уже, все, хуй. А нафига не так, нафига все лучше. Ну нафига не казуально, нафига надо дрочить там полтора года, чтобы там первый уровень пройти. Ну да. И то, что ты делаешь вот это. Правильно, вообще. Да, сука, пролетают все иголки, все из платформы пролетают. Самые веселые пролетают, короче. Господи, эта птица просто хуярит. Ну она просто весь дамаг игнорирует. Этот маленький мечик, висящий в мышке Алокарда, знаешь, кавай. Волк тоже висит. Ну да, у него гусарская шпага такая. Кек пишет, какое отражение в небе, ты что, ебанутый, спускайся оттуда. Так. Чип-чип 5, надо победить тут пятерых боссов. Один из этих боссов, помнишь, там эти герои прошлых частей? Этот... Бальмон? Не-не-не, этот... Ух, Тулхи, я сейчас попру, блядь. Ладно. Так. А почему Тулхи жиды? Потому что так надо, блядь. Ну, все уже, считай, конец игры. Вот. Так. Ну, мы все, наверное, согласимся, что самый глубокий лор это у Марио. Да, точно. Не, у Донки Конга. О, там вообще просто дик. Я вчера смотрел, читал это, вот там на этом, на в Твиттере был этот, блядь, целый сайт, посвященный лору Донки Конга. Так там, короче, это вот у Донки Конга лор делится на три вселенные, короче, когда Святой Банан раскололся, там, короче, каждая вселенная. А если музыку всю в Донки Конге задом наперед проиграть, там Абадона можно вызвать вообще. С бананом в руке, он тебе сам банан скажет какие-то волшебные слова. Ну, вообще, короче, круто, советую. Так как я сосу... В одной вселенной, типа, Донки Конг победил Марио, в другой он это починился Марио, а в третьей он, короче, использует технологии Марио для развития мира. Да-да-да-да, чип-чип. Сифтер Вор и Грант. Да, но это очень секретная концовка, пирог, ты зря проспойлерил. Так. Там, как бы, это... Подождите, стой, это был канонический лор? Да-да-да, там вот если, короче, при свете 13-й луны, значит, пройти Донки Конга задом наперед, то как бы ты узнаешь эту тайну. Ребят, может рестарт? Я забыл один предмет. Ты будешь. Какой предмет-то? А, хард рефрешер. Ты пройдешь мне? Не. Так, он, по-моему, где-то тут был. Ну ща я его поищу быстренько. А, спасибо. Ну блин, ну так, так забыть его. Какой тебе лох подарить, блядь? Знаешь, бля, бля, теперь все заново начинай, короче. Время кончилось. Да, ран хуйня, все заново.
Да это все, это уже конец игры, ты, ребят, почему? А долго, уже 31 минута, ты чё, в Castle Symphony of the Night 32 минуты играешь, ты чё? Нереальные пацаны не играют. Ты нашел Hard Refresh? Так, я помню, что он где-то вот, вот в этих вот поебениях. Так. Так, надеюсь, что он тут. Да, конечно. Тут чеченцы. О, да. Пипенца. Нашел? Не. Опал. А я не помню, где он. Я его, знаешь, как получал? Да, а, когда там опал. Первый... Когда там первый, короче, этот, битва с Дракулой, Рихтер и Дракула, вот. А, если ты используешь все сердца, тебе дается Hard Refresher. Блин, ну... Вот я не рассчитывал, что... Это просто типичный омский. Идёшь, типа, ты на дома хуяришься, потом, о, пацаны, я забыл хуйню попробовать. О, мэн. Так. Куда ты, блядь? Нет, это я возьму. А потом окажется, что нужный мне предмет находится в неперевернутом замке. Самый большой пиздец, который я вчера узнал. Короче, это у мультика Ren & Stimpy, Dark Souls и покемонов одна вселенная. У кого? Покемонов, мультика Ren & Stimpy и Dark Souls. Да, я всегда знал это. Спасибо, Кирилл. Ты подтвердил мою теорию. Блять, другое, да, эти песни, блять, книги, которые в Америке выходят писать, типа там. Загадки водопровода, блять, почему Сникерс хочет вас увидеть, блять. По теории эти выдумывают до желтых заголовков, блядь, нормально получилось. Ладно, кто у нас там следующий? Да блин, я говорю, я забыть Hard Refresh, ну блядь. Петухи как монета инфраструктуры. Пиздец, спир, блядь. Да ладно, мне норм. Так, давайте сейчас гляну тогда уж по-быстрому, где Hard Refresh находится. Ну не знаю, я могу ночью, не, сегодня ночью метал уже. Хотя, если метал не успеет, то... Так, Hard Refresher, Hard Refresher... Да они там на курице сдохнут вместе. Ну, я могу ночью перестримить или вот с этого сейва начать. Я же сделал специально сейв на всякий случай. Потому что тут есть такая тема, что если я использую этот глич, и там не успеваю на одну кнопку прожать, и попадаю в самое пекло, и могу умереть. Поэтому я здесь сделал вот этот... сейв, так. Дайте я айпишник. Ла? Айпишник? А кому я кидал айпишник-то? Пирог не себе или вчера? Или Влади? Да, ты мне вчера кидал. Да, еще я Влади. Я никому не дал. А еще, по-моему, птица Влади мрази. Давал. Диша, да, я айпишник. Дишо? Диша тоже ща. Кидал. Я просто допрохожу игру свою, лол. Я хочу до босса дойти, чтобы потом достримить, ща. Нормально. Диша, иди нахуй, ты че? Пиздёк, бля, у меня все равно еще один стрим, я покажу соси, там бля. Эндинг и все, соси сам, блядь. У меня вкуснее, отсоси у меня. Пошёл на... У тебя невкусный. Сальный. У тебя, да, у тебя сонный, сальный. Ты так любишь. Где там Зитфрод? Ты в стриме есть, блядь, ёб? Я могу, не знаю, так. Не буду кидать тебя в мамбл, сука, это всё куплено, блядь, продаж. Блядь, да ты в приват, в мамбл. Так что, в приват, блядь. Приват для быдла, сука. Пирог, Лифо, пирог не знает, что ты мамбл. Я знаю. Он не знал, кстати, да, 100% не знал. Твой ключ какой? А ключ какой? Такой же. Ой. Окей. Так, единственное, что я не помню, так это... Тут многие приколы за Рихтера. Бля, собака, нихуя себе. Ой, чё я творю? За Рихтера лучше кружишься? Да не, пройду я за Рихтер. За Рихтер, кстати говоря, она легче проходится, чем за этого. За Лукарда. Там 10 минут, что ли, рекорд? Норм. Ну ладно, ты чё там, начинаешь или как? Ну, в принципе, могу начать. А ты его пройдёшь за 2 часа просто? Да, наверное. Если не насосусь, справедливо. Ладно, уж. Да сегодня все насосались, Фрост. Давай, насасывайся. Чё ты как хипстер, блядь. Сейчас. Так, я только включу. Не, игра сейчас не меньше, но сейчас я сниму.
галочку. Ладно, всем спасибо за просмотр, за мой сосач. Я потом все-таки дойду до конца игры. Объясняю, это тот же самый конец, там ласт босс находился прямо за комнатой сохранения. Ужасно будет.